Ребята, всем привет. И сегодня мы поиграем опять Payday, на этот раз другую миссию под названием Hit Street. Да, тут все на английском, блин. Клоунские маски. Мафака. Так, амо. Почему я ничего не могу поменять? Ну окей. Так, 11 дня. There, slick. Now I call the shots. What the? What are you doing, Matt? Fooled you guys. Я ни слова не понял. Ну так. Не понял. Мы должны за ним, да? Да, вроде. Ладно, все, поехали. Сволочь, а? Ой, я думал, что менты. Блин, долбаны менты. Ау-ау-ау. А! Идем, идем. Поехали. Нифига, у тебя маска светится. Эти пофиг, как будто заложников стоят прям. Не, их положил. Зачем? А, фак. Черт. Я прикрываю. Надо двигаться, блин. Там чувак с щитом, блин. Нас трое, да, я так понял? И типа среди нас предатель. Не. Там чувак какой-то вообще убежал. А-а-а. Блин, мне бы это... Мне даже высунуться нельзя, мне сразу стреляют. Я при этом к этому чуваку подбежал. Он уже застал. Все, я его сейчас убью. Нет? Не, где патроны хватит, а вот. Щитка убил. Я стреляю. О, фак. Нет, ничего. Ты за мной, блин? Mm-hmm. Черт. Как тут лечь? Нет, я вроде. Фак, я этих убил. А-а-а. Я ранен, чувак. О, отлично. Фига у тебя маска. Прям слендер какой-то. Таймскор, что ли? Я, короче, это, аму кинул. Фак! Это вообще пипец. Да вы даже стали. Помоги! Эй, я сейчас тоже сдохну. Теперь все на меня пирасят. О, черт. Так, ребята, короче, мы... Мы, короче, присоединились к каким-то чувакам. Другая миссия. Мост, походу, да? Это, походу, No Mercy. Да нет, это не No Mercy. Где видишь No Mercy? Это мост. В чем конкретный? Блин, сватовский, как против них сорвется? Вау, еще один чувак. Чем,
Короче, погнали. К нам четвертый присоединился, теперь мы. Ух ты, в машинке можно зазывать. Чего? В машинке? А, вижу, да. Я теперь не вылезу. Че, реально что ли? Подпрыгни. Как не вылезу, смотри. О, все, я вылез. Как? Как ты вылез? Ой, там уже спускается. Как вылез, эй? Скажи, как вылез. Я тебя в ловушку ставил. А? Я тебя специально в ловушку ставил. Смотри. А как вылез-то? Я что-то нажал Ctrl, пробел быстренько. А? О, почти, о. Все. Фу. Вся жизнь перед глазами. Эй, сзади. Да я его убил. Короче, на нас. Эй. Что-то я не понимаю, что здесь делать? Продвигаться вперед, все? Да, походу. Что там будет? Дальше? Нет. Черт, какой-нибудь достали. А, мы кого-то освободить должны. Какого-то важного. Преступника погоня. Эскорт. Видишь, написано? Сопровождение было. Во-во-во-во-во. Черт, черт, черт. 101 метр еще идти. Достал, да там он. Полегче. Кто корёт прям? Воу-воу-воу. Парни. Это сами стреляют жестко, да? Полегче, да. Ран, ран, деловой такой. Прикольно вообще зашибенная игра, да? Mm-hmm. Не зря прям, не зря. Серьезно. Всего лишь 10 раз сломать. Ой, 10, да, 10 раз. Ну, по идее, бай. Такая должна 500 рублей где-то стоить. Я меньше, чем за 10 баксов купил. За 200 ну, рублей. Там, короче, 8,99. А. Или... Не, у меня в рублях 200 рублей. А, мне нельзя в рублях. Простите. Вот наш этот, заложник. Где? Вон, сзади, посмотри. Вот он. А-а-а. Такой вообще беспалевный. Кстати, что за ним столько народу-то гоняется? Наверное, он там это... Дочку президента, короче... сексом с ней занялся. А ей было всего 13 лет, короче. Может быть, поэтому. А, все, меня сложили. Так, ну, давай. А-а-а, черт. Черт, черт, меня тоже сложили. Походу мы все сложились. А, при этом я двоих успел шатать нафиг. Эй, guys! Guys! Help, guys! Motherfucker! Мне типа хотят помочь, у меня 10 секунд осталось. Мне помогать наконец. Я завис. Я не могу двигаться. Помоги мне! 7 секунд. Ау-ау-ау! Я не могу тебе помочь, меня стреляют. Ну ладно, помоги. Хорош. Прям чуть-чуть осталось. Слышь, я не могу двигаться. А, все. Только у меня теперь жизней мало осталось. Просто. Не знаю. Просто мало. Вон там эти лежат. Эмо. Где? А, вижу. Кто-то скинул из наших, походу. У всех фак. Одного есть. Мне не хватило, я. Все. Тебя скинул. Блин, у меня КП мало, конечно. Ну вот, и короче, он занялся с этим. Педофил, короче, наш чувак. И... умирает, короче. Почему его хотят захватить? Потому что
Сейчас будет петросянская шутка. Ну, его президент хочет сам казнить, короче, повесить над Белым домом. Я думал другой. А что? Что ты думал? Мстить за девушку. И саму корову. Все возможно. Мы не знаем, что там президент задумал. Ой, я походу сейчас упаду. Но эти люди, надеюсь, не напрасно погибнут. Какие именно? Нет. Мы-то ладно. Мы и так плохие. Вот эти вот полицейские. Они же, блин, косые. Ой-ой-ой, джиггернал, слышь? Слева. О-о-о, слева, да. Я прям упал. Куда мне... Куда надо стрелять в него, чтобы он убился? Ау-ау-ау, я сейчас умру. Я ему башку пробил. Ой-ой-ой. Опять меня стреляют. А, все. Все, идем. Вперед, идем. Там, походу, нас ждет вертолет или что-то в этом роде. Омайгад, они даже здесь, блин. О, здесь так тихо стало. Да. У меня кончились патроны в итоге. У тебя нету Г? Есть. Прибереги пока. Пока у тебя не кончится. Я так думаю. То мало ли сколько нам еще идти. Все, там что-то надо сделать теперь. Непонятное. Что ты мне приказываешь? Stay low. Что это? Сейчас кто-нибудь полетит. Он должен сюда сесть. И улететь на джетпаке. А нас кинуть, да? Ну, по идее, да. Че, зачем мы нужны? Короче, я аму потрачу. Давай. Мы обычные пешки в этой жизни. Гу-гу-гу-гу. Так, я не помню, где этот пидорюга? Да вон он идет. А, вот этот дебил же там. Да, я про него говорю, он должен сесть. Все, 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 он садится типа. Ничего. Ой, тормоз. Да он азиат еще, казах. Ну ничего так, казах. Акул. Сейчас, акул. Прощай. Я сам себя отправляю. И че он сидит? А, кто-то там еще и упал. Как он вообще мог упасть? Это сила акулы. Смотри, какие у меня татуировки. Пипец. Ну, тупой, лети. И что с ним надо сделать? Мне кажется, теперь надо это ждать. Как тогда? Ты что мне приказываешь? Интересно, я вот так буду стрелять, кого-нибудь из ныне жителей попадет? Эй, там пришли уже. Воу-воу-воу-воу, парни, полегче. Я сюда заберусь? Да. А, нет. Короче, четвером надо с друзьями играть и все. Здесь? Да. И не больше, не меньше, я так понимаю. Да? Именно с друзьями. Угу. В скайпе, как не знаю. Да-да. Поэтому, ребят, у кого есть Payday? Да нет, друзьями надо. А вы нам не друзья. Да, не друзья. Там залазит все. Может быть, кто-то смотрит, мой друг или знакомый. И он сейчас жутко обиделся на меня. Нет, я сказал. А? Это же я сказал. Нифига себе. И чё? Чё он сидит, как дебил? Ну ты же, вон, видишь, шарик над ним. Ну, ничего. Я не знаю, что. Может, вертолет его должен так зацепить и все. Я тоже так думаю. Эй. Что, вообще не понимаю, что делать? Сдохни, тварь. У меня вот патроны уже скоро, наверное. Ну вон она же валяется. Да, я уже подобрал сейчас, ну. Я думаю. Ой-ой-ой, сзади! Мне короче еще с крыши я. Вау, вау, вау. Сидит такой это на расслабоне вообще. Мы его защищаем, вообще непонятно, кто такой. Чё за чувак? Акула же.
обзор сейчас на пирате. Это не в намаз. Ну да, ну значит номер два. Ну намаз, ты что? Там булан, епт, бля. У него же там 60 тысяч подписчиков. Да, было 30, про... ну вот, зимой. Воу, парень, полегче. Успокойся. Короче, непонятно, что делать. Да что просто, помню? Как всегда, как тогда, подождем. Ты торопишься быть. Еще. Мне бесится ждать и обстреливать чуваков, которые ни в чем не виноваты. Их отправил, какой прейс где. Воу. О, все, он улетел. Он улетел. Эй, чувак. Чувак, где ты? Так, а нам надо выжить. А, целых 11 минут, кстати. Сколько? 11 минут. Вон таймер справа. Не ждать, это надо успеть. А, успеть? Да. Быстрей. Капец, там дымовуха, короче. Черт. Сверху. А я заложника нашел. Куда ты заложник? Наручники надел. А. Ты? Не подкалывает, да. Воу. Блин, тупые домовухи. Черт. Ау. Бич. 20 патронов просто. Ой, я все, я... А, я уже там. Да, может. Вау, кто-то звонит. Да, вовремя, ел. Алло? Да. Здравствуйте. Блин, патронов нету. Черт. Норт, ты тут? Алло, кого-то убили, походу. Либо тебя, либо... А, да, Хокстон. Он ливнул уже. Ау, у меня так сильно. Нифига они жестко палят. Да вообще пипец. Хардкорная какая беда. Нам надо еще успеть за время. У нас еще 9 минут. Угу, 200 метров убежать за 9 минут при таком... Шквали. В такой большой концентрации противника хотя бы тут. Может под конец там уже будет вообще просто просто. Угу, надеюсь. Что-то здесь их много реально. Может какие-нибудь гранаты хоть были. Ну, я про это говорю. Так, разработчики, блин, гранаты делайте. Во второй части. Может гранаты можно будет открыть, меня сейчас убьют. Мы все каленные. Блин, я не знаю, что делать. Калычи. Подожди, я помогаю, прикрой. Я помогаю. Блин, я... Ты предлагаешь мне... Да прикрывай, блин, справа. Я прикрываю. Да мы все, срали. Это нереально, это 8 секунд. Мы не сдвинулись с места. Еще они прям прут. Сколько там? Всю страну стоит. Сейчас отобьем эту волну и прям побежим. Мне Давай. Кажется, они будут кончаться, пока мы не будем проходить. Двое, четверо, пятеро где-то. Нифига ты сказал. Ну, сзади убей этого свата. А, все, я уже умер. Черт. Сейчас я его убью, спекаля. Или не убью. Их тут что-то вообще много. А вот, кто-то их переубивался. Все. Там еще чувак, сват. Я пытаюсь как-нибудь там... Блин, мне скайп еще кто-то пишет. Е-е-е, хорош.
Чуваки, а мне не поможете, нет? Нет. Я тебе сейчас помогу. О, не, лучше живее. Сдохни. Не, мне кажется, я не выжил. Иди ты нафиг. Это нереально вообще. Все, я погиб. Да? Ага. Мне кажется, я тоже погиб. Респаунинг через 3 минуты. Давай, через держись. 3 минуты ты сказал? Да. А у меня 5 хп осталось где-то. На одно попадание. Беги, чё? Отсюда бежать? Наверх, что ли? Ты видишь вообще, где? Да, 250 метров тебе бежать, чё ты? Май гад, ну 5 хп, чё, сдыхать придется. Ты сбоку валят. А, ловался. Пошли в жопу. Это нереально. Какие они жестокие, ребята, ладно. С вами был Акул, Нурс и какой-то еще левый чувак. Пока, подписывайтесь на мой канал и все такое.